Основной уклон сделан не на картины, а на машины известного гения. Все экспонаты сделаны по чертежам да Винчи, но уже современными мастерами. Это и летательные аппараты, и система подъема и перевозки воды, и военные приспособления. Большинство экспонатов можно потрогать руками, что будет особенно интересно детям. Выставка будет работать до 30 июля. Созданы экспонаты по его чертежам совершенно из разных моделей. Как экспонаты, относящиеся к архитектуре, экспонаты, относящиеся к военному искусству, экспонаты, относящиеся к теме полета. Он первый человек, который придумал парашют, при том, что этот парашют по его чертежам был изготовлен в 2000 году в Англии. Человек спрыгнул, парашют раскрылся, и он не разбился.